Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вышла новость, такая прекрасная, десятилетие World of Tanks. Начинаем обратный отчет. Все вы спрашиваете, что за полоска такая в ангаре появилась, танк, название которого есть эти цифры, ждал целых 5 лет с момента первого появления на общем тесте, пока его поставят в дерево исследований. 15% выполнено. Вот. Давайте посмотрим, что здесь вообще нам показывают, что нам рассказывают. Вот давайте сначала посмотрим видосик и разберемся вообще в целом, что это такое. Стали мы делать танки вместо эльфов. Я верил, во-первых, в команду. Говорю, да, проект зашибись. При этом все равно очень страшно. Оно рождает именно там даже не радость, ничего, оно рождает азарт. Все вот кармические положительные силы сошлись в одной точке. Ну, в этот момент проект, наверное, сложился. Не, музычка, конечно, кайф, реально. Музычка реально кайфовая. 22.04, ребят, 2020. Почему именно 22.04 и вообще что это за дата? 22.04 это дата, когда был анонсирован вроде проект World of Tanks. Вот, вышел он в релиз 12, по-моему, августа. А вот именно анонс был его в апреле 22-го. Вот. Я так понимаю, эта полоска, которая здесь, она тоже, получается, будет... 22 числа что-то произойдет, я так понимаю, 22. И 14 числа вышла вот эта полосочка, которую нужно заполнить задачами до 100%, как я понимаю. Вот, и вам выпадают каждый день задачи какие-то, да, в 9 часов обновляются каждый день. И вот, как только вы их заполните, я так понимаю, 100% будет. И что-то произойдет, что-то интересное, наверное, 22 числа будет. Я не знаю, что именно. Вот, тут не написано. Дальше. Бонус-код. Какой же есть бонус-код? Давайте-ка мы вместе с вами проверим, потому что я еще его не проверял, активировать бонус-код. И здесь, по-моему, 1357, что ли, бонус-код-то был, по-моему. Да, бонус-код был, ребят, 1357, поэтому кто еще не в курсе, активируйте. Вот, там появится... по-моему, 5 огнетушителей вроде тут не появится у меня в танках. Да, вот я вам сейчас покажу. Вот, мы переходим в танчики. И вот, я активировал, получили снаряжение, автоматический огнетушитель 5 штук. И дополнительный опыт за бой, X1. Вот такие вот дела. Вот. Поэтому 22 числа, ребзиноиды, что-то будет интересно. А что... Не знаю, что-то будет. Что за полоса прогресса отображается в ангаре? Она показывает общий серверный прогресс, отображающий вклад игроков, выполняющих специальные боевые задачи. Как только общая полоса прогресса заполнится, все игроки получат доступ к событию, детали которого мы расскажем попозже. То есть, как я и думал, непонятно, что будет, но нужно ее до 100% заполнить задачами. Вот, раз в сутки она обновляется в 9 утра, поэтому завтра в 9 утра будет уже понятно, сколько будет процентов. А куда писать ответы на загадки и что с ними делать? Только собрав все загадки и ответы на них, вы узнаете, что делать дальше. Загадки обновляются в 9 часов. Вот. А сейчас общая прогрессия составляет 15%, так как юбилейные задачи были доступны к выполнению на несколько часов раньше. Следующее обновление 15 апреля. То есть уже заполнили 15%. Вот такой вот у нас быстренький с вами видосик. Вот, для тех, кто еще не в курсе, может быть, есть такие, поэтому я вас уведомляю об этом. Все, идите активируйте бонус-код. Блин, ё-моё, халява, пусть будет, ё-моё. Все, пока-пока.